угловой удар. Угловой между ног пропускал Олег Безруков. Хитро, но не прошла. Передача до Безрукова. Прострела. Сейчас прошло 1-0. КПРФ-2 открывает счет в матче. Савастьянов празднует успех, как и вся его команда. Автором забитого мяча стал Олег Безруков. 56 номер. Как забыли Олега на дальней штанге. В финальном матче такое непозволительно делать. Смотрите. Оп, между ног. До свидания. Савастьянов, голевой пас. Безруков, автор забитого мяча. Но для ЛКС поменялось не так.